эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте, в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. На территории Ленинского городского округа проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Проверено 400 автомашин, 2 автобуса помещены на штрафстоянку. Завершилось народное голосование за проекты участников губернаторской премии «Мы рядом». Мы сделали довольно-таки очень приличную работу, которая в итоге превратилась в волонтерский штаб. Видному кинотеатра «Искра» вновь заработала ярмарка. Мы привозим редкие сорта медов, такие как каштан, черноклен. С 27 июля по 2 августа на территории Ленинского городского округа сотрудниками госавтоинспекции совместно с инспекторами автодорожного надзора проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Такси». Цель данного рейда – предотвращение нелегальных перевозок пассажиров и багажа. Подробнее в нашем сюжете. Анализ аварийности в муниципалитете, проведенный сотрудниками госавтоинспекции, свидетельствует о системных нарушениях законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. В целях своевременного реагирования с 27 июля по 2 августа на территории Ленинского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Произошло 5 ДТП, в которых участвовали водители такси. Из них в 4 по их вине они совершили. Это были и наезды на транспортные средства, и перевозки пассажиров пострадали, и водители на детей, был один наезд на ребенка. Водители также в неположенных местах совершали развороты, обгоны, ряд нарушений, которые действительно водитель такси совершает. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками управления государственного автодорожного надзора уже третий день проверяют таксистов. Низкий уровень знаний правил дорожного движения, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, а также случаи незаконной перевозки запрещенных предметов негативно влияют на безопасность дорожного движения. Проверено 400 автомашин, 2 автобуса помещены на штрафстоянку. Основные нарушения – отсутствие путевого листа, отсутствие тахографа, отсутствие лицензии. Нарушителям грозит штраф от 1,5 до 500 тысяч рублей. Пока не закончится административное расследование, таксисты не смогут забрать свое авто. Стоит отметить, что в Ленинском городском округе каждый день сотрудниками госавтоинспекции выявляют минимум 5 подобных нарушений. Те водители, которые действительно управляют такси, немного забывают о правилах дорожного движения, отвлекаются на гаджеты, на свои, на пассажиров отвлекаются. И цель мероприятия – поставить их немного, вспомнить правила дорожного движения, чтобы следили за дорожной обстановкой. За 3 дня рейда было выявлено 33 правонарушения в сфере дорожного движения водителями такси. На штрафстоянку эвакуировано 6 единиц техники, 2 за нарушение правил парковки и 4 за управление транспортным средством без соответствующих документов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Виктория Никольский, Видное ТВ. Еженедельно Госавтотехнадзор совместно с ГИБДД и администрацией Ленинского городского округа проводят спецоперацию «Засада» для предотвращения сброса строительного и крупногабаритного мусора на площадке для сбора твердых коммунальных отходов и в других, неотведенных для этого местах. В очередной рейд отправилась и наша съемочная группа. Еловые ветки, мешки с сухой травой, старая мебель и строительные отходы – все это некоторые жители по привычке несут на площадке для сбора твердокоммунальных отходов. Между тем, за сброс такого мусора грозит штраф. Административная комиссия Ленинского городского округа уполномочена штрафовать физических лиц по статье 6.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Значит, по этой статье мы можем оштрафовать за сброс в неотведенных местах от 1 до 5000 рублей. Каждую неделю Госавтотехнадзор совместно с ГИБДД, администрацией Ленинского городского округа и представителем Каширского регионального оператора проводит спецоперацию «Засада» для предотвращения сброса строительного и крупногабаритного мусора на площадке для сбора твердых коммунальных отходов и в других неотведенных для этого местах. Рейды проводятся в разное время суток, рано утром, днем и ночью. Одни из самых проблемных точек города Видное – улица Черняховского и первый Калиновский проезд, что в Расторгуевской части.
Сейчас уже зафиксировано более 16 сбросов крупногабаритного мусора, строительного в неотведенном месте, на контейнерных площадках, прилегающих территориях. Основные нарушения на контейнерных площадках частного сектора. Сброс мусора происходит с автотранспорта, то есть жители фиксируют и присылают на портал «Добродел». Путем запросов в ГИБДД мы узнаем данные собственника и привлекаем к административной ответственности. В этих двух мешках еловые ветки. Мужчина пояснил, что он не знал, что их нельзя выбрасывать в контейнеры для сбора ТКО. И в итоге погрузил их обратно в машину. Большинство жителей такие рейды оценивают положительно. Все везут сюда, понимаете? И частники везут кирпич. Это строительный, вот ломают дом. Все везут сюда отходы все, правильно? Это тоже надо запрещать. Впрочем, у жителей возникает и другой вопрос. Куда девать свой собственный мусор, который не подпадает под категорию ТКО? Поставите для крупногабаритных уже большой кузов, чтобы он стоял уже, и бросали именно туда. Вы как жители обратитесь для того, чтобы вам поставили этот бункер? То есть предусмотрен он здесь, не предусмотрен? В любом случае организовывает это администрация Ленинского городского округа. По закону утилизировать крупногабаритный и строительный мусор граждане должны самостоятельно. Сейчас же мусорные завалы придется устранять как несанкционированную свалку за бюджетные деньги администрации Ленинского городского округа силами Дорсервиса. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Витнетва. Недавно завершилось народное голосование за проекты участников губернаторской премии «Мы рядом». 28 августа станут известны результаты жюри. Наша съемочная группа встретилась с Григорием Авдеевым, который подал заявку в номинации «Волонтерство и благотворительность». Подробнее в сюжете Александра Столяровой. От Ленинского городского округа в номинации «Волонтерство и благотворительность» губернаторской премии «Мы рядом» принимает участие 24 человека. Одним из них стал Григорий Авдеев, координатор волонтерского корпуса, члены которого практически 3 месяца помогали людям, вынужденным соблюдать самоизоляцию в период пандемии. Работа с большим количеством людей у меня в практике уже была, и неоднократно мы создавали большое количество проектов, которые были реализованы, считаю, успешно. Но здесь, соответственно, условия диктовали нам сумасшедшую, скажем так, скорость, по которой мы должны были не просто быстро сделать, но и эффективно. С 7 утра до 9 вечера волонтеры развозили продукты питания и лекарственные препараты жителям муниципалитета, обратившимся за помощью на горячие линии. Волонтерский штаб организовывал доставку гуманитарной помощи от губернатора, а на базе общественной палаты было сформировано более 3000 наборов для адресной помощи гражданам. Мы сделали довольно-таки очень приличную работу, которая в итоге превратилась в волонтерский штаб при общественной палате, вот, где с логистикой, поставкой, разгрузкой, довозкой, контролем, отчетом, информационной справки, это все было в нашей деятельности. Соответственно, это работа, которую вот мы осуществляли в период пандемии. Волонтерский корпус стал крупной организацией достаточно быстро. Граждан, готовых прийти на помощь другим в округе, оказалось немало. Люди, которые с первого раза поняли, что это их, они начали, соответственно, среди своих близких искать тех людей, которые готовы также к этой работе присоединиться. И таким образом мы сформировали по итогу 151 зарегистрированный волонтер, но по факту их гораздо больше. И каждому из них хочется выразить благодарность за всю совместно проделанную работу в трудный период. Моя заявка была сформирована исключительно на то, чтобы поддержать тех людей, которые в это непростое время приняли для себя решение пойти на передовую, скажем так, и рискуя своим здоровьем, а возможно и жизнью, помогали другим на абсолютно безвозмездной основе. Речь идет о призовом фонде премии. Лауреаты получат 1 миллион рублей. И это было бы отличным способом выразить благодарность за тяжелый труд людям, бросившимся на помощь тем, кто в этом нуждался. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видном у кинотеатра «Искра» вновь заработала ярмарка, на которую десятки производителей из многих регионов России привезли свои фирменные товары. Здесь жители могут увидеть, попробовать и, конечно, приобрести экологически чистую продукцию. О том, почему так востребован формат ярмарки и люди по-прежнему приходят сюда, а не в магазин или супермаркет, расскажет Екатерина Коваленко. Фирменные белые палатки ярмарки традиционно расположились у кинотеатра «Искра». Своими дарами покупателей в этот раз порадовали более 10 регионов России. География самая разнообразная. Люди приезжали с регионов Российской Федерации, с Краснодарского края, с Нальчика, с Крыма, с Хабаровского, с Мурманской области, с Алтайского края.
привезли свою продукцию. Они, ну, фермеры, и у кого там свое, есть свое подсобное хозяйство. Главное на ярмарке – это качество ассортимента. Здесь как нельзя актуален тренд последних лет – домашняя продукция, выращенная и произведенная небольшими хозяйствами, буквально вручную. Такому товару сложно пробиться на полки супермаркетов, а значит, ярмарка – это отличное место, где можно приобрести аутентичные, без всяких вредных добавок, продукты. Мы привозим редкие сорта медов, такие как каштан, чернокрен, ну, таежные меда, дягель таежный. Ну, также в ассортименте имеется маточное молочко, пыльца, перга, прополис. Отличный выбор и в рыбной палатке. Рыбу привезли с Камчатки, с Дальнего Востока, с Приморья. Как бы здесь со всех морей собрана рыба, как бы и семга, и треска. И камбала, и скумбрия, как бы, но весь ассортимент. А еще овощи и фрукты, мясные деликатесы, мармелад, сладости, грибы, варенье. Многообразие продукции порадует самых требовательных гостей ярмарки. Видновчанка Зоя Самосеева признается, что приходит сюда не только за качественными товарами, но и за хорошими эмоциями. Ну, ассортимент здесь, конечно, получше и выше. Здесь нам кажется, что здесь наше российское привозят. Ну и атмосфера, наверное, какая-то. Ну да, хочется вот походить по рынку, как в старые добрые времена. К тому же покупатели еще и выбирают рублем, а это, как известно, самое справедливое голосование. Цены нормальные. То есть, да, лучше все сюда ходить, чем в магазин? Ну да, здесь посвежее. Помимо продовольствия, на ярмарке представлено много промтоваров. Все для дома – постельное белье, кожаные вещи, меха, мужская и женская одежда. Выбор есть на любой вкус и кошелек. Особого внимания, к примеру, заслуживает продукция из текстильной столицы России – города Иваново. Костюмчики, платья, халаты, трикотаж, очень большой выбор постельного белья из разной ткани и разного размера. Поэтому, я думаю, любой покупатель, которому нужно купить, без покупки от нас не уйдет. С удовольствием ждем наших покупателей в наш маленький бутик, в нашу палатку. Кстати, здесь без труда можно задать любой вопрос о продукции и получить исчерпывающий ответ. Ведь торгуют в основном сами производители. Живое общение, качественные товары, широкий ассортимент и правильная ценовая политика. Именно за всем этим покупатели традиционно приходят на ярмарку. В следующий раз она состоится у кинотеатра «Искра» с 10 по 16 августа. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.